Приветствую, дорогие зрители, с вами дилированная мне кошка, скрытый я. Приветик, Бел. Сегодня будет очень необычная серия. Кошка мне машет не потому, что она невоспитанная, а потому, что она сидит рядышком со мной. И играть я буду сегодня просто со штурманом, а вот этот вот маленький кошачий робот будет стоять здесь. Так что до свидания. Так, я захожу куда-нибудь, не знаю, надеюсь, там где-то уже есть заполненная комната. Да, конечно же, нету. 16-ю не пойду. Ладно, пойдем тогда в 13-ю. Будем ждать, пока соберется народ. В общем, почему я играю один, но со штурманом? Потому что мы, когда доходим с кошкой до финала, мне ее очень жалко убивать. А когда она сидит просто на рядышком, она как группа поддержки и надеюсь, что принесет мне удачу. Ладно, осталось дождаться всего лишь всех. Ладно, подождем. Ну, замечательно, уже все начинается. Да, кошка, желай мне удачи. Удачи. Лисенок? Нет, это был не лисенок. Отлично, удача уже на моей стороне. Кто-то, по идее, провалился вниз, хотя, может быть... Летающие свинки! Стой, 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 мяснина! Стой, мяснина, стой, мяснина! Стой! Мясо! Мясо, стой! Мне нужно что-то есть, так отлично. Хотя здесь есть, на самом деле, очень много пшеницы, но мяснина все-таки это мяснина. Вау. Так, давай, ты пойдешь со мной. Что у нас здесь? Лол. Так, а что у нас здесь? Ой-ой-ой-ой, до свидания. Я фермер, я копать пшеница, я никому зла не желать. Так, сваливаем. Блин, вот это печалька вообще. Этот дядька мне может очень сильно доставить проблемки, потому что у меня ничего хорошего нет. Так, блин, надо выбираться куда-то наверх. Так, аккуратненько. Пожалуйста, меч! Меч! Это не меч! Пёрлик. Это круто. Не меч, это пёрлик. Ладно, хорошо. Надо что-то делать. Нужно как-то обхитрить его. Так, ты где? Где ты, морда? Я должен тебя обхитрить. На улице. А, блин. Надо сваливать. Блин, у меня только один интерперл, и не хочу его тратить. Мне нужно, скорее всего, идти на какой-то соседний остров, но для этого мне нужно еще жатвы себе наделать. Так, я не знаю, где он делся. Так, быстрее делаем хлебушек. Дерево. А, 7 хлеба, нафиг. У меня есть вот целая куча землюшки. Так, землюшка. Либо вниз идти, либо на остров, пацану. Ладно, пойду на остров. Так, зомби, чур за мной не идти. Запомни, за мной дороги нет. Сейчас как кинется на меня, блин. Я уже просто чувствую, как он на меня сейчас прямо идет. Бьет меня, я падаю вниз и умираюсь. Так, надо уходить вверх. Так, уходим. Никого вроде бы дома нет. Есть кто-нибудь дома? Не, по идее, нет. На этом острове кто-то повалился, появился и провалился нафиг. Так, замечательно. Целая куча эндерперлов, целых два. Так, здесь еще что-то есть. Так, пожалуйста, что-то полезное, да. Замечательно просто. Именно то, о чем я мечтал. Всю эту дорогу пока шел сюда. Так что здесь нифига не видно. Крипер, до свидания. Удачи тебе, крипер. Лизунчик. Да ничего хорошего нет на самом деле. Поешь. Смотри. Да, я могу съесть разве что мяснину и немножко хлебушка. Так, я пришел откуда? Да, вот оттуда. Вон он, чувак. Да, меня встречает. Там типа такой, эй, вернись, ты че? На этом острове вроде бы тоже никого нет. Ладно, хорошо. Полетим туда на эндерперлике. Так, смотрим. Кто у нас здесь? Люди. Есть кто-нибудь дома? Там кто-то вроде бы ходит. Да, там пацан. Так, быстрее. У меня, правда, топор только есть. Так, а ну-ка, стой, морда. Стой. Куда ты? Он как убежал ты? Он убежал вокруг. Как он это делает? Стой. На. Где ты? Все, ты его убил. Ничего себе. Так, я даже не понял, как это произошло. Так, что у нас есть? Выкинь у нас хлам. Есть еще пшеница, которую нужно пойти и переработать. Так, пшеница, нафига мне столько хлеба, не спрашивайте. Пригодится, наверное. Так, мусор. Это, по идее, тоже мясо, мусор. Ну, у меня как бы оно сейчас не нужно. Так, я, наверное, лаву возьму. Что мне еще нужно? Так, тебя вот сюда. Кстати, это камень был или мне показалось? Да, это был какой-то странный камень. В общем, сейчас мы сделаем себе хотя бы каменный меч, потому что без каменного меча мне как-то грустно совсем. Так, отлично. И где же дерево? Ты не захотел его. Где же дерево? Не было здесь дерева, ты меня обманываешь. Вот дерево село. Ну, разве что вот так вот. Мне хватит двух, в принципе. Так, пиу. Это было близко. Так, быстрее, мне нужен меч. Да, вот так вот, отлично. Так, ты пока до свидания. Хотя можно было бы поглядывать, кто где находится. Так, куда мне идти? Блинчик, не знаю. Вот и решились. Так, наверное, туда мне идти. Центра же здесь, по-моему, нет. Да, вроде бы нет. Ладно, я пойду расстроиться на вот этот вот остров. Так, никого нет рядышком. Может, так, пермик? Да не, у меня он один остался, и что-то я его не горю желанием тратить. Я лучше как-нибудь попробую пробраться при помощи земелюшки. Так, главное, чтобы у меня сейчас приседание не отжалось, а то я сейчас шмяк, и все. И минус один. И меня больше нет. И все. Так, быстрее. Я ниндзя. Так, я ниндзя.
Все верят, что я ниндзя? Да. Все кошки верят. Ой, пацан! Это не пацан, это движуха была, это движуха. Сейчас мы от движухи избавимся. Так, слышь ты, движуха, движуха, ну пошел отсюда. Пошел отсюда, движуха. Так, ты морда. Морда, 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 морда. Так, эта движуха закончилась. Так, еще одна движуха. Так, оно пошел, 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 пошел. Аккуратненько, 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 аккуратненько. Так, отлично. Движуху размотали. Блин, еще движуха продолжается. Так, мне там, может быть, больше ничего не нужно. Так, или зафигарить я все-таки. Так, отлично. Движуху мы зафигарили. Фух, ребята, это было жестко. За такую движуху можно и лайк поставить. Нет, ну серьезно, что нет-то? Ёжики. У меня наконец-то появилась броня. Так, там у меня еще есть... У тебя алмазные... Да-да-да, есть две штуки. Я сейчас сделаю себе алмазный меч. Он у тебя есть уже? Алмазного меча у меня нет. Откуда? Сейчас, погоди, я проверю. Может быть, я не заметил. Вот да, он, у меня есть алмазный меч. Есть. Вот и все. Слушай, тут умные кошки. Мне. Так, это ближе сюда. Это нафиг, выкинь нафиг, плоть. Нафиг, нафиг. Плоти. Так, это тоже нафиг. Плоти. Так, это нафиг. Хотя мне это пригодится, может. Так, все. Больше ничего полезного, не полезного не вижу. Но пожать только. Ты даже не сказала, покушай. У тебя там покушай. Много вот этих вот... Вот этих вот? Компасов. Компасов? Вот этих вот. Ну, надо бы вообще использовать их. А, чё подвинуть? Ладно, пока лаву уберем. Ту-ту-ту-ту-ту. Кто где? Так, от меня 110 метров. Это безопасно, в принципе. Так, нафиг, нафиг. Я сюда. Я тогда пошел добывать себе всякое. Так, больше, больше. Ё, не земля бьёт. Земля испугала, взяла меня, ударила своей гравитацией, блин. Я вообще не хотел, чтобы меня никогда гравитация не била. Так, а ну-ка, осматривайся. Блин, жалко, что кошка не может смотреть за меня, за мою спину. Ну да ладно, зато хотя бы мне не нужно будет тебя убивать. Это самое тяжелое, когда мы с кошкой играем вместе, это потом убивать кошку. Я плохо это переношу, я начинаю плакать. Шучу, но иногда. Особенно, когда кошка начинает меня грызть и говорит, ты убил меня. Подписчики тоже такие, ты убил ее. Так, все, у меня куча есть полезных ресурсов. Так, куда бы мне идти дальше? По-моему, свинка говорит, что мне нужно идти туда. Ага. Так, надо поесть. Ты опять голодный? Так, никого нет. Игроков осталось то ли двое, то ли четверо. Трое Хит осталось. Вообще. Так, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Свинка вроде бы какой-то капкан там устроила. Ты посмотри на нее. На своим пятаком вчера там задумала опасное. Ладно, будем строиться. Только бы не выстрелили в меня, потому что земля очень хорошо разрушается от взрывов. Просто очень хорошо. Так, 5 блоков, мне как раз хватит. Пиу, 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 пиу. Я здесь. Свинка, здравствуй. И замечательно. И замечательно просто. Так, там что-то. О, на центре. Блин. Пирамида свинок. Блин. Так, все только хуже и хуже. А ну пошел нафиг. Отлично. Ой, думал, ты сейчас упадешь, у меня да аж ноги ушли вниз. Аж ноги ушли вниз. Кошки ноги вниз ушли, отлично. Так, что мы можем сделать? 6 алмазов. Так, давай еще алмазиков. 7 алмазов. 8. Так, 7, 8. 9. А, так, тебя нафиг. Быстрее делаем верстачок. Так, кошка, скажи ему, чтобы меня не убивали пока. Хорошо? 7 соловей. Все слушаются кошку, меня не убивать. Так, мне нужно сделать хотя бы нагрудник себе. Так, нагрудник, отлично, готово. Так, мне нужны еще блоки. Нафиг блоки, лучше эндерперл. Блин, у меня нет оружия, а, дальнего боя. Да, видишь? У него есть. Да, у него лук есть. И такой серьезный. Мне нужен лук. Вот здесь лук. Лук. Нет. Еще больше взрывов. Отхиляйся, у тебя здоровья нет. Да я понимаю, у меня вообще ничего нет хорошего. Ты как ниндзя, накинься на него через телепорт. Знаешь, у него как-то меч более хороший, броня более хорошая, у него все более хороший. Я, наверное, как ниндзя лучше вот туда вот накинусь. Так, давай, ниндзя. Так, отлично. Угу. Ниндзя кинулся. Мне нужно что-то хорошее, пожалуйста. Не настолько хорошее, это слишком хорошо. Я же даже не верю своему везению. Тут что? Уже были, скорее всего. Ну нафиг. Людишки. Да ну нафиг. Неужели это какой-то из моих островов, на которых я уже был? Так, здесь. Блин. Чё за дела вообще? Чё за? Могу, разве что, не знаю, вот бутылки выпью вообще. Так, бутылки выпить. Значит, пойдет и зашатает меня. Придет и скажет мне, я твой дом труба шатал, давай до свидания. Так, лаву надо ближе тогда. Тебя ближе.
стрелы мне бесполезность, потому что они мне ничего не помогут. Так, он приближается. Кошка, он приближается. Кошка, он приближается. Так, направление где-то вот оттуда приближается. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, морда, 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 морда. Пошел отсюда, пошел отсюда, пошел отсюда. Скидывай. У него броня слишком хорошая. Я его победил. Офигеть, я не верила до последнего. Офигеть, я его зафигарил. Черт побери, это было шикарно! Это было просто шикарно. Молодец. Я думаю, что за такое можно действительно взять и поставить лайк. Это все благодаря кошка-штурману. Кстати, где-то, может, стоишь ты до сих пор еще? Да, вон я. Так, нужно найти. Ты была вроде бы в третьем лобби. Меня давай не пойдем кипнули? Посмотрим. Так, а ну-ка заходим в третий хаб, где кошка-штурман. Привет! Ладно, в общем, спасибо, что вы смотрели. Для вас я Олег, имитирую дегенерированную мини-кошку. До скорых встреч. Всем пока-пока. Пока.